Еще один перевал. Поднялись еще чуть выше. Сейчас высота 741 метр. Ну вот смотри, какого примерно площадь получается. В общем, скорость подъема у нас средняя. Точнее, скорость прохода, не знаю, там, вообще скорость движения. 500 метров в час. Идти очень тяжело. Склон потихоньку начинает забираться, так сказать, круче идти маленько. Местность такая более гористая. Но чем выше, тем красивее. Очень красиво там внизу, вот эти вот, та же самая речка, не речка, не речка, но в общем вот этот вот ручей вот этот. Каждый 5 метров, ну сколько людей выезжают. Солнышко у нас уже практически над головой. Время 12 часов. По времени. Мы тут поднялись, если не ошибаюсь, с утра было 133 миллиметра ртутного столба, тут уже 29. Ну вот. Ну, если его считать, не может прям давление. Это не в город прям. Ну что, с места нашего лагеря мы уже идем 2 часа. Да, должно высокое быть. Прошли около километра. Это 2 часа. Это совсем такие ленивые. Я устал. Фух. Устал. Хорошо так сюда. Я пути-то с собой не взял. Карты? Не стал. Кого? Рюкзак. Ключи? Кирпичи. А, тяжелее было. Не, кирпичи с собой не брал. Хотя рюкзак будет реально тяжелый. 31 метр. С палаткой 36. Фух, метр. Все, уже договаривайся. Я ошибку кедрому уже помешал. 31 килограмм. Ну, может, я его уже потерял. Тут может даже чуть больше сейчас. Да нет. Ага. Шишка. Вот, блин. О, шишка кедровая. Наверное, даже еще с орехами. А, не... да, с орехами. То есть, мне кажется, реально погрызть даже что-то тут. Плоскогубцами. Накусать их там, наколоть, блядь, я не знаю. Как. Нет. Да я за нехуй привезу кедровую шишку. Да. Веди жене. Ну, в общем, устали капец. Фиг знает, осилим мы сегодня Косьву или нет. Ну, попытаемся хотя бы на нее забраться, там уж видно будет. Сколько сможем, столько пройдем. Пока, блядь, не ёбнемся в судорожных припадках. Ага, придет нам заебет. В общем, на этой оптимистичной ноте я заканчиваю свой репортаж со склона Косьвы.